Русские уходят. Эти русские солдаты, столько времени пробывшие на нашей земле, и этот день, несомненно, войдет в историю Германии, комментирует немецкий журналист. Товарищ капитан, рядовой разделяющий пост по охране памятника советским воинам сдал. Товарищ капитан, рядовой взял пост по охране памятника советским воинам сдал. Нет, они никогда не считали чужую землю своею. Но прощаться всегда нелегко. С памятью, с частицей жизни, со всем, чему посвящены были молодые лучшие годы. Этот памятник павшим советским воинам в Тиргартене, в двух шагах от Рейхстага, открывал в 1945 году маршал Жуков.